два, три, открываем! Смотрите, теперь у нас целая коллекция! Тут недачи! Вкусно! А вот у меня какой большой! Сегодня выходной, в садик не надо идти. Уроки тоже делать не надо. И сегодня мы весь день будем валяться на диване. А я валяюсь на диване. Да вы не сможете весь день валяться. Сможем! Прям. Это же так круто! Вот так валяться, да, вот так. Прыгать! Кидаться подушками! Только нам нужно, ребята, взять вещи, поэтому пойдем. Пойдем. Это мое новое увлечение. Это все для слаймиков. Куда же мы это будем девать, непонятно. Сделала сегодня себе маникюрчик. Ну и, конечно же, айпады. Поиграем потом в игры. О, а что это? Это мои новые веселые подружки. Куклы Candy Kids. У меня еще есть. У меня две еще новых есть. Сейчас мы с тобой эти куколки откроем. Смотри, какие кроссовки. Ань, нам нужно этот стол подвинуть как-то, чтобы нам было удобнее. Давай. Теперь можно спокойно их открывать. А я вот эту красотку открою. У них разное выражение лица, и выглядят они по-разному. Раз, два, три, открываем. Вау, какая она у тебя большая, Маша. Это маршмеллоу. У меня 10 кейк. Моя кукла на десерт вот такое мороженка, смотрите. Напиток с маршмеллоу. Они, кстати, даже в глазах у нее отражаются. Смотрите, у нее даже маршмеллки в резинке. А у меня кексик нормас ледника, и он вытаскивается. А еще посыпка для кексов. У нее тоже отражается кексик на глазах. А еще ободок с кексиком. Смотрите, теперь у нас целая коллекция. У них такие мягкие волосы. Маша, а ты заметила, что они могут кивать головой? Да, круто. Да, нет. Аня, давай покормим их десертом. Давай. У меня хлопья с молоком. Клубничные. Ням-ням-ням. Да начинай кушать. А Пеппу Минт я покормлю мороженым. Можно устроить вечеринку на диване Candy Kids. Представляем! Candy Kids. Вечеринка с друзьями. Вечеринка с друзьями. Поболтай вместе с нами. Поболтай вместе с нами. Делай ручками так. Делай ручками так. И коленками в такт. И коленками в такт. За животик возьмемся. Кажется, я где-то видела мультик с Candy Kids. Да, этот мультик можно посмотреть по ссылке в описании. И вы, ребята, тоже переходите. Я тебе покажу, Ань, тебе, как сделать красивые фигурки из эпоксидной смолы. Вот у нас есть формочки, я взяла. Это, конечно, не все, которые у меня есть, но у нас сегодня 24 часа на диване, поэтому я встать не могу. Вот у меня есть, вот я взяла лапку Hello Kitty. Вот тут бабочки и крылышки. Какой ты будешь? Я буду, наверное, Hello Kitty делать. А я буду лапку. Надевай перчатки, чтобы не замарать руки. Так, берем саму смолу. Так, наливаем в стаканчик. Но тут совсем чуть-чуть мне понадобится. Сейчас добавляем затвердитель. Но это чуть-чуть меньше, чем самой смолы ты добавила. Так, и сейчас я беру палочку и все это перемешиваю. Теперь ты то же самое делай. Так, я капаю сейчас фиолетовый краситель. Я прям хочу темный. Мешаем. Я добавила пигмент. Сейчас буду перемешивать. Тоже, кстати, делаю вот эти пигменты на фигурочке, но у меня сейчас сохнут.
Вот, и сейчас я вот это буду заливать в формочку. Все, ребята, мы залили в формочки. Двое суток нужно подождать, тогда они засохнут, и получится что-то вот такое. Смотрите, они очень плотные, вообще, как все на смывании, очень много всего делают, и столы разные. И палочки волшебные. Все, ребята, оставляем эти формочки сушиться, и сейчас с вами поиграем в Among. Во что поиграем? В Among Us, ты умеешь? Да, конечно, это моя самая любимая игра. Но Roblox лучше. Так, начинаем играть. О, я член экипажа. Кстати, ребят, на своем геймерском канале я тоже играю в Among Us. И не только. Поэтому переходите на мой YouTube гейм-канал по ссылке в описании и смотрите мои видео. Попридачи! Я делаю задания дурацкие. Ребята, нам мама дала персики. Давай перекусим, что потом будем делать. Не знаю. Давай слаймы для моих подружек в садике сделаем. Давай. Вкусно. А сейчас мы будем делать слаймы. Я буду делать вот с этой глиной. Я сделаю клубничный слайм. А я сделаю лягушечный слайм. Так, я сейчас буду красить в красный цвет. Ароматизатор клубничный йогурт. Так, мешаем. Я насыпаю добавки, вот такие алмазы. Так, вот такие кружочки, потом зеленые палочки, клубнички. У меня будет кранчи слайм. Даю шариковый пластилин. О, АСМР. Ребята, я доделала свой слайм, он так кликает круто, тянется и хрустит. Все, я убираю в баночку. А вот у меня какой большой. У меня вот такие вот фимы лягушки. Есть у меня еще крупные, то ли лягушка, то ли сова, не знаю. Они еще в темноте светятся, так что я их побольше добавлю. А еще у меня есть кондитерская посыпка. Смотрите, какие сердечки. У меня получится два слайма. Я, ребят, начинаю красить ногти. А я, наверное, посплю. Тоже хочу спать. Так, все, я сейчас буду красить ногти обычным лаком. Он просто вот такой блестящий.